Так, добрый день всем. Вот нашел находку такую. Здесь на даче две швейных машины. Одна на годов 40-х. Ну, тут нету вот ключика. Здесь ключик должен не открыть. Но это корейская, судя по всему, 90-х годов. Швейная такая вот. Сейчас мы откроем ее. Ну, вот такая вот машина. Швейная. Здесь есть дроссель на педальный. Так вот подключается здесь. Судя по всему, нажимается. Ну, вот как бы так. Кто-то было бы интересно открыть, но нету ключа. Она вот не дает подняться. Крышка вот эта. Может, как-нибудь открою. Ну, такие вот находки приходится делать. Все, всем до свидания.